благодарю Тебя, хранитель, ангел мой, за то, что шел со мной одной тропой. Хоть не согласен был порой, но рядом шел, не бросил в темноте, по краю ямы за руку провел. Шептал через мои сомнения: ты сможешь, тряпка, соберись. Кричал, предотвратив мое падение: я рядом, за крыло держись. Порой работать поднимал, когда совсем не в мочь. Порой будил, спать не давал, когда атаки в полночь. Ведь, как известно, нам без дров не сотворить костра, а значит, нужно брать топор, рубить дрова, а значит, нужно брать пилу и дерево пилить. Решаем ведь не мы, кому рубить, кому садить. О, немощные, те, кто в темноте идут одни, проходят в слепоте и глухоте их дни. О, сила у того, кого ведет хранитель, гранитной поддержкой станет он, когда к ним жизнь нагрянет демон-искуситель. Придет и мой черед пройти воздушное мытарство. Меня хранитель поведет, тропу укажет в Божье царство. Ну а пока терпеть, смотреть, запоминать и зреть, и каяться, и очищаться, плечом к крылу, крылом к плечу, под знаменем Христа Спасителя сражаться до той поры, когда настанет время.